по зарплатам в конвертах мы без вас не обойдемся. Надо раз и навсегда пресечь эту гадину, чтобы никогда гидра эту голову у нас не подняла. Я не скажу, что у нас это уж расцветает, но это есть. Есть. Это есть, и даже вот на меня выходят коммерсанты отдельные, бизнесмены, и жалуются. Говорят, ну мы вот платим по ведомости, все как положено, и от этого же начисление идет в социальные фонды, совершенно так? Верно. А вот там не платят, даже конкретно называли фирмы. Вот вы начали в этом направлении работать, пресекать подобные да. вещи. Но нам надо, видимо, ввести и ответственность тех, кто берет в конверте эти деньги. Тогда они перестанут брать. А перестанут брать, и желание платить меньше будет. Поэтому обязательно надо всех поставить в равные условия. Это вполне нормально. В любой стране это нетерпимая вещь. Неуплата налогов. Поэтому без вас в Беларуси мы здесь порядок не наведем. И финансовая милиция наша начала работать в этом да. направлении. Хотелось бы, чтобы это было продолжено. Я думаю, что наши люди поймут, особенно бизнесмены, поймут, что этим заниматься нельзя. В противном случае потеряешь собственность, здесь штрафами не обойдешься. Надо вводить серьезную ответственность. Ладно, ты там попал первый раз, заплатил хороший штраф, ну, потом и собственности лишишься. Нам такие бизнесмены не нужны, которые не платят налоги. Это безобразие.